ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। So this morning we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, chapter, sorry, Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 1, titled The Advent of Lord Krishna, Introduction, Text 43. Hare Krishna, сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 1, которая называется «Пришествие Господа Кришны, видение», текст 43. Jyotiryatayvodakapartvishva-adaha Samira-vega-nugatam-vibhavyate Evam-svamaya-rachiteshva-asau-pumān Guneshu-raga-nugato-vimuh यति ज्योतिर्यतैवोदक पार्तिश पार्थिवेश्व अदहा समीर वेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमाया रचितेश्व असौ पुमान गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति ज्योतिर्यतैवोदक पार्थिश पार्थिवेश्व अदहा समीर वेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमाया रचितेश्व असौ पुमान गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति ज्योतिर्यतैवोदक पार्थिश वेश्व अदहा समीर वेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमाया रचितेश्व असौ पुमान गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति ज्योतिर्यतैवोदक पार्थिवेश्व अदहा समीर वेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमाया रचितेश्व असौ पुमान गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति ज्योति। Небесные светила, такие как солнце, луна и звезды. Ята. Как? Эва. Поистине. Удака. В воде. Партивешу. В других жидкостях, например, в растительном масле. Адага. Directly. Непосредственно. Самира вега анугатам. Движимые порывами ветра. Вибхавьяте. Принимают различные формы. Эвам. Так.
Свамая рачитешу. Свамая рачитешу. Среди созданных собственной фантазией. Асау. Асау. Он живое существо. Он живое существо. Пуман. Пуман. Человек. Человек. Гунешу. Гунешу. Среди гун материальной природы. Среди гун материальной природы. Из которых создан мир. Рага анугатаха. Рага анугатаха. Движимый своей привязанностью. Вимухьяти. Впадает в заблуждение из-за ложного самоотождествления. We have a very long purport today. It's 3 pages. Translation. Okay. Сегодня очень длинный комментарий, 3 страницы. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Так, перевод и комментарий Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. Перевод стиха. Когда небесные светила, луна, солнце, звезды отражаются в жидкостях, например, в растительном масле или воде, из-за ветра кажется, что эти светила имеют то круглую, то продолговатую, то еще какую-нибудь форму. Точно так же, когда живое существо, душа, поглощено материалистическими мыслями, оно из-за невежества принимает разнообразные внешние проявления за самого себя. Иными словами, живое существо оказывается в плену фантазии из-за возбуждающего влияния материальных гун. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе приводится очень хороший пример, помогающий понять, почему вечная душа оказывается в разных положениях в материальном мире и каким образом она получает различные тела – дехантара прапти. Луна одна, и она не меняет своего положения, но когда она отражается в воде или в растительном масле, из-за порывов ветра кажется, что луна принимает разные формы. Так и душа, вечная слуга Кришны, верховной личности Бога, но оказываясь в царстве материальной гун природы, она получает разные тела. То тело полубога, то тело человека, дерева, собаки и так далее. Из-за влияния мали, иллюзорной энергии верховной личности Бога, живое существо считает себя каким-то человеком, американцем, индейцем, кошкой, собаком, деревом и еще не весь чем. Это называется майя. Тот, кто избавился от этого заблуждения и понял, что душа не имеет отношения ни к каким формам материального мира, находится на духовном уровне – брахма-бхута. Иногда такие представления именуют словом «ниракара» – «отсутствие формы». Однако отсутствие формы не означает, что у души нет формы. У нее есть форма, но внешняя, возбуждающая ум форма, которую душа получила из-за своего материального осквернения, является иллюзорной. Подобно этому, когда слово «ниракара» употребляется применительно Господу, оно означает, что у Бога нет материальной формы, но Он – сатчит-ананда виграха. Живое существо является неотъемлемой частью верховной сатчит-ананда виграхи, однако его материальные формы эфемерны, иллюзорны. И обыкновенные живые существа, и Верховный Господь имеют изначальные духовные формы сатчит ананда виграха. Но Господь Всевышний не меняет свои формы. Господь является в материальном мире таким, какой Он есть, тогда как обыкновенное живое существо появляется здесь из-за того, что материальная природа заставляет его принимать различные обличия. Получая разнообразные тела, душа отождествляет себя с ними, а не со своим изначальным духовным телом. Как только душа возвращается к своей изначальной духовной форме и восстанавливает духовный разум, она сразу предается высшей форме личности Бога. Это объясняется в Бхагавадгите 7.19. «Бахонам джанманам анте, гьянаван мам прападете». Когда живое существо, прожив много жизней и родившись в разных обликах и формах, возвращается к своей изначальной форме, исполненной сознания Кришны, оно тут же склоняется к лотосным стопам высшей формы Кришны. Это называется освобождением. В Бхагавадгите 18.54 Господь говорит: «Брахма пута прасанатма наша чатина канкшати, сама сарвиша путышу матпактим лабхате парам». Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает верховный Брахман и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам.
Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение мне. Предание высшей форме происходит в результате бхакти. Это бхакти, то есть осознание своего положения, и есть полное освобождение. Пока человек считает абсолютную истину безличной, он не обладает чистым знанием, и поэтому должен прилагать большие усилия, чтобы обрести знание. Клешат хикатарас тешам, авьяктасакта четасам. Бхагавадгита 12.5. Человек может находиться на высоком духовном уровне, но если он не привязан к безличному аспекту абсолютной истины, от него все равно требуется очень много трудиться, на что указывают слова «клеша тхита», «тхика тарас», которые означают «большие страдания», «больше страданий». Преданный же легко достигает своего изначального положения, своей духовной формы и постигает Верховного Господа в его изначальном облике. Сам Кришна дает знания о различных формах живых существ во второй главе Бхагавадгиты, где он ясно говорит Арджуне, что и он, и Арджуна, и все остальные живые существа, прежде находившиеся в своих изначальных формах, всегда остаются индивидуальностями. Они были таковыми в прошлом, они сохраняют свою индивидуальность сейчас, и в будущем каждый из них тоже будет иметь индивидуальную форму. Разница лишь в том, что обусловленное живое существо появляется в различных материальных формах, тогда как Кришна появляется в своем изначальном, духовном облике. К сожалению, люди, не следующие в духовной науке, думают, что Кришна подобен им, и что его тело подобно их материальным телам. Аваджаянти мамутхам манушим танум ашитам. Бхагавадгита 9.11. Кришна никогда не кичится материальными знаниями, поэтому его называют ачютой. Обыкновенные живые существа, обыкновенные же существа – падают и приходят возбуждения под влиянием материальной природы. В этом разница между Верховным Господом и обыкновенным живым существом. Следует отметить, что Васудева, занимающий трансцендентное положение, советует здесь Камсе больше не совершать грехов. Камса был типичным демоном, всегда готовым убить Кришну, Бога, тогда как Васудева – это пример человека, находящегося на трансцендентном уровне, у которого рождается Кришна, Васудева, являющийся сыном Васудевы. Васудева приносит своего Шурина, просит своего Шурина Камсу не убивать собственную сестру. Если Камса, возбужденный материальной природой, совершит этот грех, ему придется получать какое-то тело и испытывать новые и новые страдания. В другом месте Шримад Бхагаватам 5.5.4 то же самое наставление дает Ришабхадева. Насадху мани ята атманоям, асаннапи клешада асадеха. До тех пор, пока живое существо остается в сетях кармы, приносящее ему так называемое счастье и горе, оно будет получать соответствующие своей карме тела и под влиянием материальной природы подвергаться в них тройственным страданиям. Три тапа янтрана. Поэтому разумному человеку следует освободиться от влияния тригун материальной природы и вернуться в свое изначальное духовное тело, служа Верховной Личности Бога, Кришне. Пока у живого существа сохраняются материальные привязанности, оно вынуждено рождаться, умирать, стареть и болеть. Поэтому разумный человек, вместо того, чтобы запутаться в так называемой хорошей и плохой кармической деятельности, должен посвятить свою жизнь развитию сознания Кришны. Тогда он больше не будет получать материальные тела, тякта дехам пунарджанма найти, а вернется домой, к Богу. Так перевод стиха. Когда небесное светило, луна, солнце, звезды отражаются в жидкостях, например, в растительном масле или воде, из-за ветра кажется, что эти светила имеют то круглую, то продолговатую, то еще какую-нибудь форму. Точно так же, когда живое существо, душа, поглощено материалистическими мыслями, оно из-за невежества принимает разнообразные внешние проявления за самого себя. Иными словами, живое существо оказывается в плену фантазии из-за возбуждающего влияния материальных гун. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шилакая чакшурун милитам йена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам йена бутале своям рупа кадамахьям дадати сва падантикам вандехам шри гуро шри юта падакамалам шри гурун вайшнавамсча шри рупам сагра джатам сагана рагунатан витам тамс дживам садвайтам савадутам париджана сайтам кришна чайтанья девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакан Витамсча. Нама Ом Вишну Падай Кришна Прештай Бутале
Srimate Jayapataka Swaminiti Namine, Nama Acharya Padaya Nithai Kripa Pradayine, Gaura Katha Dhamadaya Nagara Gramatarine, Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale, Srimate Gopi Parana Dhanadase Iti Namine, Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine, Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine, Vancha Kalpatarubhyascha Kripasandubhya Evacha, Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha, Jai Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadhadara Srivas Adi, Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum langayate giram yatkripatamaham bande shri guru nitarinam yatkripatamaham bande paramananda madhavam shri chaitanya ishwaram katanchana smrite yasmin dushkaram sukaram bhavet vismrite viparitam syat shri chaitanyam namamitam. So in this verse, итак, в этом стихе a very nice example is given. Приведен очень хороший пример. We may have all had experience of this example. Возможно, у каждого из нас есть опыт этого примера. We see the reflection of the sun or the moon on water. Мы видим отражение солнца или луны в воде. And as the wind blows on the water, и когда начинает дуть ветер, the reflection of the object changes in various ways. Отражение объекта начинает меняться разным образом. The object is not changing. Сам по себе объект не меняется. Just that its reflection appear is changing. Только отражение его меняется. So the object is like the soul in the body. Объект это он подобен душе в теле. And the body keeps changing. А тело продолжает меняться. Like you have the object in the water. Например, у вас есть объект в воде. And because of the wind, the shape appears different. И поскольку форма кажется нам различной. So the soul has only one shape. Мы должны понимать, что у души есть всего лишь одна форма. Which is human-like. Она подобна форме человека. But it may appear like different other shapes. Но она может проявляться в других разных формах. Srila Prabhupada gives another example. Srila Prabhupada приводит другой пример. Sometimes when we sleep, иногда, когда вы спите, we cover ourselves with blankets. Мы покрываем себя одеялом, накрываемся с головой. In winter. Зимой. So our shape may appear distorted. И наша форма может казаться деформированной. So originally we are human form, human-like. Изначально у нас есть форма человека. But when we put a blanket on us, но когда мы накрываемся с головой, it may appear very strange shape. Иногда появляется очень странная форма. It may even appear like a dog. It may appear like various other things. Может показать, что это собака, либо кто-либо еще. So, as the Christians say, man is made in the image of God. Как христиане говорят, что человек создан подобно Богу. The soul has a human-like form. У души есть форма, она напоминает форму человека. But based on the desire to enjoy, но в соответствии с тем, какое желание наслаждаться у него возникает, the body that it takes is of different shapes. Тело может принимать различные формы. It can be a human. Это может быть форма человека. It can be a demigod. Это может быть форма полубога. It can be an animal. Это может быть форма какого-то it can животного, be an insect. Либо насекомого. So like that, there are various forms that the body can take depending on the desire of the spirit soul. Различные формы тела может принимать в соответствии с желаниями духовной души. And when we speak about taking a material body, и когда мы говорим о принимании материального тела, it means that the soul is very strongly absorbed in material consciousness. Это значит, что душа очень сильно погружена в материальное сознание. It is because of the strong entanglement, strong identification of the soul with matter that we get a body. Из-за очень сильной привязанности, отождествления себя с материей, душа принимает тело. Sometimes we think that it's very good to celebrate birthdays.
Иногда это очень здорово праздновать свой день рождения. People in this material world think like that. Люди в этом материальном мире, они думают подобным образом. But because of your strong material identification, because of our strong material identification, we have been strongly punished by getting this body. Но поскольку у нас очень сильное материальное отождествление, нас наказали и дали это материальное тело. So this body is like a prison suit. It's imprisonment. Это тело, оно подобно одежде, которую носят в тюрьме. It is nothing to celebrate the day we got imprisoned. Нечего праздновать в тот день, когда нас поместили в тюрьму. What we have to celebrate is the day we got initiation. На самом деле, что мы должны отмечать, это день, когда мы получили инициацию. Otherwise, it's simply foolishness. А другое, это просто глупость. Of course, we celebrate the birthdays of great personalities. Конечно, мы отмечаем не явление великих личностей. Because they have come to deliver us. Поскольку они пришли сюда для того, чтобы освободить нас. That is worth celebrating. Это то, что нужно отмечать. But we should not start this whole thing about celebrating our own birthdays. Но мы не должны начинать и устраивать праздники в честь нашего дня рождения. We should understand that our real happiness is the day that we got initiated. Мы должны понимать, что истинное счастье это день, тот день, когда мы получили инициацию. Now this material identification is so strong. Но поскольку это материальное отождествление, оно так сильно. That practically Prabhupada said, everybody in this world acts like a madman. Шрила Прабхупада говорит, из-за этого фактически каждое живое существо в этом материальном мире действует подобно сумасшедшему. And to give an example. И он приводит пример. All of us have experience of watching movies. У каждого из нас есть опыт, когда мы смотрели кино. I presume that you're not watching after you came to Krishna consciousness. Я надеюсь, что вы не смотрите фильмы после того, как вы присоединились к сознанию Кришны. So let's take what used to happen to us when we watched movies before we took to Krishna consciousness. Давайте вспомним, что случалось, когда мы смотрели кино до того, как мы присоединились к сознанию Кришны. Before that, is there anyone in this room who has not watched movies before coming to Krishna consciousness? Кто-нибудь из вас не смотрел кино до того, как присоединился к сознанию Кришны? Oh, he is a very special soul. There is one person who is lifting his hand. Здесь всего лишь одна очень необычная душа, которая подняла руку. He is born to devotees. Он на самом деле был уже рожден как преданный. So his birthday is worshipable. Поэтому его день рождения можно отмечать. He has come to give us all association. Он пришел сюда для того, чтобы дать нам свое общение. Okay, so let's take the example of those of us who watched movies before taking to Krishna consciousness. Ну давайте возьмем пример тех, кто смотрел кино до того, как мы присоединились к сознанию Кришны. So when we, first of all, we watch the kind of movies we like. Вначале мы выбирали кино, которое нам нравится. And when we watch a movie. И когда мы смотрели эти фильмы. It is like we are part of that movie. Мы становились частью этого фильма. What the hero is doing, что делал этот герой? The men experience that. Те чувства, которые он переживал. Or they identify with that experience. Мы начинали отождествлять себя с этим опытом. What the heroine is doing, что, какими действиями занимался этот герой? The women identify with that experience. Мы начинали отождествлять себя с его опытом. So when we watch a movie, и когда мы смотрели эти фильмы, we're very strongly identifying with some character in that movie. Мы очень сильно отождествляли себя с каким-то из характеров в этом кино. And it is that identification which is giving us pleasure. И как раз вот это отождествление приносило нам удовольствие. And the same identification can also give us pain. Но то же самое отождествление может приносить нам и страдания. So when we watch a movie, we experience both pain and pleasure. Поэтому, когда мы смотрим кино, мы переживаем как счастье, так и страдания. It is very strong. All of us know it. И это очень сильно, мы знаем. Like Prabhupada also gives the example, like suppose we are dreaming. Шрила Прабхупада приводил также пример, когда мы спим. And in the dream we may think a tiger is attacking us. И во сне нам может сниться, что на нас нападает тигр. We get very frightened. Мы очень сильно пугаемся. And when we wake up. И просыпаемся. Even if it is winter. И даже если это зима. We are sweating. Мы все потны. Thank God we are saved. И начинаем говорить, спасибо, Господи, мы спасены. This is the nature of material life. И это природа материального мира. It is not actually happening to you. На самом деле это не происходило с вами. But you're very strongly identifying with it. Но вы очень сильно отождествляете себя с этой ситуацией. That you think it is happening to you. И вы действительно думали, что это происходит с вами. So what is that called? И как это называется? Madness. Это называется сумасшествие. For example, when a person consumes alcohol. Например, перейдем в пример, когда человек пьет алкоголь. Whatever they talk, of course, assuming that they drink a lot. Но представим, они выпили много, достаточно много. What they're talking is meaningless. Все, о чем они говорят, не имеет смысла. They may be lying on the road.
Они могут бежать по дороге. They may not even be able to walk properly. Иногда они даже не могут идти правильно. And whatever they talk is usually nonsense. И обычно все, что они говорят, это полная глупость. But they're so strongly absorbed in that consciousness. Но они очень сильно погружены в это сознание. So you call such a person madman? И вы называете такого человека сумасшедшим? Because he has forgotten what he is. Поскольку на данный момент он забыл, кем он является. And he's identifying with someone that he is not. И он начинает ожествлять себя с кем-то, кем он не является. And when you see a person who is under the influence of alcohol, и когда вы видите человека, который находится под сильным влиянием алкоголя, you know that you cannot do anything about it. Вы знаете, что вы ничего в этот момент сделать не можете. Nothing, nothing. Абсолютно ничего. You just have to keep him controlled. That's all. Его просто нужно контролировать. So it is hopeless, actually. На самом деле это просто безнадежная ситуация. So life in this material world. И вот жизнь в материальном мире. Is actually hopeless. На самом деле также безнадежно. Once you're entangled with the body. Когда вы начинаете отождествлять себя с этим телом. You're practically finished. Фактически можно сказать, что с вами покончено. There is no hope. Нет надежды. No hope. Нет надежды. No hope. Нет надежды. You will get further and further and further entangled. Вы будете все дальше и дальше и дальше запутываться. That is how the real situation is. И вот это истинная ситуация. Therefore, you have some great acharya like Prabhupada. Поэтому и существуют такие великие ачарьи, подобные Шриле Прабхупаде. He comes and speaks very strong words. Он приходит и говорит очень сильные слова. Said the entire human civilization that we have today. Он говорит, вся эта человеческая цивилизация, которая есть сегодня. Full of rascals, he says. Она полна негодяев. And he says, this is a cat and dog life. И на самом деле они живут жизнью кошек и собак. Two-legged animals. Это двуногие животные. You may think, oh, this person is behaving nicely. Мы можем думать, ну, например, вот эта личность ведет себя очень we хорошо. We call him an animal, two-legged animal. Почему мы называем его двуногим животным? Rascal. Негодяем. We don't call them like that. Мы ведь не обращаемся к нему так. But that is the state of reality. Но на самом деле такова реальность. And Prabhupada understands reality. И Шрила Прабхупада хорошо понимал эту реальность. If you do not understand reality, если вы не понимаете реальности, you cannot be compassionate. Вы не можете испытывать сострадание. Just like you go to a doctor. Как, например, вы отправляетесь к доктору. If a doctor is not expert, если доктор он недостаточно опытен, if he does not understand reality, если он не понимает реальной ситуации, he cannot cure you. Он не может вас вылечить. If you have very serious disease, если у вас очень серьезное заболевание, a doctor should be able to diagnose the disease. Доктор должен определить ваше заболевание. And when the doctor diagnoses the disease, и когда доктор установил диагноз, he knows the seriousness of the disease. Он знает, насколько это серьезно. And he starts you on a rigorous course of treatment. И он устанавливает для вас курс лечения. So those who are experts, the transcendentalists. И тот, кто опытен, трансценденталист. They know the seriousness of the problem. Он знает реальную, серьезную проблему. So they try to extricate us from this madness. И он пытается отстранить нас от этого сумасшествия. They know that it is dangerous. Они знают, что это очень опасно. Very dangerous. Очень опасно. Kamala jaladala jivana thalamala means like a drop of water on a lotus leaf. Это подобно капли воды на лепестке лотоса. Any moment it can fall down. В любой момент он может, эта капля может упасть. Падам, падам, ятвипадам натешам. Every step in this material world there is a danger. На каждом шагу в этом материальном мире нас подстерегает опасность. So great personalities like Prabhupada can see this is a very dangerous life. И такие великие личности, как Шрила Прабхупада, они видят, что это очень опасная жизнь. Yet in this life. И в то же самое время в этой жизни you have a great chance. У нас есть великая возможность. And once you miss that chance, и когда вы, если вы потеряете эту возможность, nobody knows what your destination will be. Никто не может сказать, какое, куда вы отправитесь. And because he understands the gravity of that situation, и поскольку он понимает всю серьезность этой ситуации, he speaks strongly. Он говорит очень сильно. Some people think 10 cantos of Bhagavatam. Некоторые люди думают, 10 песня Бхагаватам. And Prabhupada is speaking the same philosophy. А Шрила Прабхупада говорит ту же самую философию. Because it is so dangerous to be in this material world. Поскольку пребывание в этом материальном мире очень опасно. And we are manda sumanda mata. We are foolish in this Kali Yuga. И мы глупцы, те, кто живут в Кали Югу. So you have to say the same thing again and again and again. Поэтому нам необходимо повторять те же самые вещи снова, снова и снова. And we have to hear the same thing again and again and again. И мы должны слышать о тех же самых вещах снова, снова и снова.
And only by that we can get out of this. И только благодаря этому мы можем выбраться. When we hear again and again and again. Когда мы слышим снова, снова и снова. Hrit karna rasayana, which means for the heart and for the ears. It is the rasayana, it said. Говорится, что это расаяна, как для ушей, так и для сердца. Расаяна has two meanings in Ayurveda. В Айурведе слово расаяна имеет два значения. Расаяна means a medicine which cures. Одно из этих значений – это лекарство, которое излечает, излечивает. And расаяна means that which is very pleasing. И расаяна также значит то, что очень приятно. So, when we hear from Prabhupada, when we read his books, когда мы слушаем Шрилу Прабхупаду и когда мы читаем его книги, it cures the disease of the heart, bhava roga, this identification with matter. Она излечает болезнь сердца, бхава рога, отождествление себя с этой материей. At the same time, it gives great happiness, rasayana, rasa, it gives happiness. И в то же самое время это дает великое счастье, великий вкус расаяна. So it is not a painful, bitter medicine. И это не какое-то горькое лекарство. It is a very strong medicine. Это сильное лекарство. At the same time, it is a very relishable medicine. Но в то же самое время это то, что приносит нам наслаждение. That is why it is said. Именно поэтому говорится. Who can be more merciful than Lord Chaitanya Mahaprabhu? Кто может быть более милостив, чем Шри Чайтанья Махапрабху? Because the medicine that he is giving. Поскольку то лекарство, которое он раздает. Inechi aushadi, the aushadi that is giving. Он дает аушади. It can kill Maya. It can destroy. It can remove you from Maya. Она может выбрать вас из, убрать вас из Майи. At the same time, it is Kevala Ananda. И в то же самое время это Кевала Ананда. And you cannot find somebody more merciful than that. И вы не можете найти никого, кто более милостив, чем он. He is rescuing us from the most dangerous situation. Он спасает нас из самой опасной ситуации. In the most pleasurable manner. Наиболее приятным образом. That is why it is said. Именно поэтому говорится. There cannot be. Что нет. Either now. Не сейчас. Or in the future. Не в будущем. Anyone. Никого. Like Lord Chaitanya Mahaprabhu. Подобного Шри Чайтанья Махапрабху. Or his followers. Либо его последователей. So, Prabhupada, the manner in which he does it. И Шрила Прабхупада тем образом, которым он это выполняет. If you read his biography. Если вы начинаете читать его биографию. If you read his life. Если вы начинаете читать его жизнь. Then you can see. И вы можете заметить. That although he was very strong, несмотря на то, что он был очень сильной личностью, he was simultaneously very compassionate. В то же самое время он был очень сострадательным. His strength was a sign of his compassion. И сила его исходила из его сострадания. And so it produced a pleasing effect in the heart. И это приносило очень приятные ощущения к сердцу. In the initial days when Prabhupada was living in the Bavari, в те дни, когда Шрила Прабхупада жил в Баварии. He was attacked by a crazy drug addict. На его напал наркоман. So he runs out onto the street. И он побежал по дороге. And calls one of his students. И он позвал одних из своих Mike. Учеников. Mike. Его звали Майк. Who later became Mukunda. Позднее он стал известен как Мукунда. And who is now Mukunda Goswami. А сейчас это Мукунда Госвами. And when Mike answers the phone, когда Майк ответил на его звонок, and tells Prabhupada, please come over. И он сказал Шриле Прабхупаде, пожалуйста, придите сюда. And when Prabhupada enters his house, и когда Шриле Прабхупада пришел к нему домой, there is a TV that is going on. Там был включен телевизор. And some cartoon is playing there. Там были какие-то мультики. And Prabhupada looks at Mike. И Прабхупада посмотрел на Майка. And he says, what is this nonsense that is going on? И он спросил, что за глупость здесь происходит? Turn it off. Выключи. Now Prabhupada is going to Mike for help. Шрила Прабхупада отправился к Майку за помощью. But yet when he's going to help him. И несмотря на то, что он пришел, но в то же самое время он пришел, чтобы помочь. Yet when he's going to seek help. Несмотря на то, что он искал помощи. He's actually trying to seek help from Mike. На самом деле он пытался найти помощь у Мукунды. But even then the first concern that he has. Но первое, о чем он подумал. How to help him. Как помочь ему? How to help Mike? Как помочь этому Майку? So he says, "What is this nonsense? Turn it off." И он показал ему, что это за глупость, ты смотришь. And very happily he says, "Oh yes," and he turns it off. И Майк очень обрадовался, он сказал, да, действительно, это так, и счастливо выключил. So that is a pure devotee. И вот это чистый преданный. When he speaks strongly. Когда он говорит сильно. It is driven by compassion. На самом деле он руководствуется состраданием. And people feel pleasurable. И люди чувствуют от этого удовольствие. Once in a professor. Однажды профессор. A zoology professor came to meet Prabhupada.
Профессор зоологии пришел, чтобы встретиться со Шрилой Прабхупадой. And Prabhupada asked him, "What do you do?" И Прабхупада спросил него, чем ты занимаешься? And he said, "I'm a zoology professor." Он сказал, я профессор зоологии. And the first thing the Prabhupada said was. И первое, что сказал Шрила Прабхупада. Poor frogs. Он сказал, бедные лягушки. And the man immediately understood it. И человек сразу это понял. And as towards the end of that conversation. И к концу этой беседы. He became very favorable towards Prabhupada. Он стал относиться к Шриле Прабхупаде очень хорошо. This is a pure devotee. И вот это чистый преданный. He tries to make people understand what is reality. Он пытается дать людям возможность понять, что же такое and реальность. And tries to take them out of that. И пытается выбрать их, убрать их оттуда. If you don't tell what is reality. Если вы не скажете человеку, что же такое реальность. And you try to help people. И будете пытаться помочь людям. After some time they'll go back into that. Через какое-то время они вернутся к своей деятельности. So to actually help a person. Если вы действительно хотите помочь личности, you need to pull them out of illusion. Вы должны вытащить его из иллюзии. That is why the word sadhu means. Это как раз то, что и значит слово саду. One who cuts. Тот, кто режет. One who speaks strong words. Тот, кто говорит сильные слова. It is not that in a certain time in history we can speak strong words. Now the people cannot accept strong words. Это не так, что в какой-то промежуток времени можно людям говорить сильные слова, а сейчас люди не могут их принимать. The strong words that come from the lips of a pure devotee. Сильные слова, которые исходят из уст чистого преданного. Are not material sound vibrations. Это не какая-то обычная материальная вибрация. So we cannot estimate that sound vibration by our material logic. И поэтому мы не можем понять силу этой вибрации при помощи материальной логики. They are spiritual sound vibrations. Это духовная звуковая вибрация. Meant to cut through the illusion of the living entity. Которая предназначена для того, чтобы разрезать иллюзию живого существа. So, when Prabhupada speaks Krishna consciousness. И поэтому, когда Шрила Прабхупада говорит о сознании Кришны. For every audience. Для какой-либо аудитории он это не делал. He speaks the same thing. Он говорит те же самые вещи. Whether it is for the devotees. Либо это для преданных. Whether it is for the non-devotees. Либо это для непреданных. Whether it is for everybody. Для любого. Prabhupada speaks in the same manner. Шрила Прабхупада говорит в той же самой манере. Because it is driven by compassion. Поскольку он движим состраданием. And compassion is something that people can understand irrespective of how it is spoken. И сострадание это то, что люди могут понять, несмотря на то, каким бы образом оно не было изложено. Of course, if we try to imitate without actual compassion. Если, конечно, мы будем пытаться имитировать, не чувствуя этого сострадания, это не сработает. But if it is done with the spirit of surrender to Prabhupada. Но если это выполняется в сознании полного предания Шриле Прабхупаде. Always done by clinging on to his lotus feet. Всегда выполнено в преклонении перед его лотосными стопами. Then it will definitely work. То это действительно сработает. And the process of chanting Hare Krishna Maha Mantra. И сам процесс воспевания Hare Krishna Maha Mantra. Is the Yuga Dharma for this age. Это Юга Дхарма для этого века. So we should practice strongly. Поэтому мы должны практиковать это серьезно. Preach strongly. Проповедовать сильно. What does practice strongly mean? Что значит проповедовать серьезно? Prabhupada's formula is. Формула Шрилы Прабхупады такова. Just chant the Hare Krishna mantra for your benefit and for the benefit of everyone. Вы должны воспевать Хари Кришну для своего собственного блага и для блага всех остальных. So we go out in the streets. Поэтому мы выходим на улицы. Chant the holy names. Воспеваем святые имена. And distribute the books. И распространяем книги. We may think. Мы можем думать. People are walking on the streets. Люди просто идут по улице. We are chanting Hare Krishna. Мы воспеваем Хари Кришну. What is the benefit? Какое благо от этого? Prabhupada says, just by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Шрила Прабхупада говорил просто благодаря воспеванию Хари Кришна Маха Мантры. Whether they like it or not. Нравится это тем людям или нет? Whether they understand it or not. Понимают они это или нет? It changes their consciousness. Это меняет их сознание. Prabhupada said, medicine works. Прабхупада говорит, лекарство работает. Whether you know its potency or not. Знаете вы ли о силе этого лекарства или нет? So the medicine, the moment people pass through, the medicine is already injected into their ears. В тот момент, когда люди проходят, это лекарство уже вошло им в уши. So it is not that it may work. Это не так, что это может быть сработает. It will work. Это действительно сработает. And it is working. И это уже работает. You may not see it. Возможно, вы не видите этого. But it is said that it brings a change in consciousness. Но говорится о том, что это на самом деле производит перемену в сознании.
So whatever is the process that is given to us, и тот процесс, который был нам дан, we should do exactly as it is. Мы должны строго следовать ему так, как он есть. Both for our benefit, и для нашего блага, and for the benefit of the whole world. И также для блага всего мира. So here, apart from this, и здесь помимо этого, Prabhupada is also trying to bring out the point. Шрила Прабхупада также пытается донести момент, that the spiritual form of the Lord is not impersonal. The Lord is not impersonal. Он говорит о том, что духовная форма Господа, она не имперсональна. The Lord is a person. Господь — это личность. We are also persons. И мы также личности. Prabhupada said it is just common sense. Это просто здравое сознание. How can God not have something which we have? Как может у Бога чего-то не быть, если у нас это есть? If we have a form, если у нас есть форма, how can God, как Бог, who is the source of everything, кто является источником всего, not have a form? Не имеет форму. Okay, we can say our form is temporary. Хорошо, мы можем заметить, что наша форма временна. But the feature of form, но сама по себе проявление формы, the concept of form, сама по себе концепция формы, where is it coming from? Откуда она исходит? It is coming from God. Она исходит из Бога. And therefore, the concept of God, form should exist eternally in the Lord. Именно поэтому эта концепция формы должна вечно существовать в Господе. If whatever exists with the Lord is eternal, все, что существует в Господе, это вечно. So there is no question of anything which exists with the Lord is temporary. Не возникает даже вопроса, что все, что бы не существовало в Господе, это временно. So the fact that the concept of form exists in the living entities, и сам тот факт, что концепция формы живет в живых существах, whether it is temporary or not, временна она или нет, has its origin in the Supreme Lord. Имеет свою изначальную форму в Господе. And whatever exists in the Supreme Lord, и все, что существует в Верховном Господе, is permanent. Это постоянно. There's nothing called temporarily something exists in the Lord. Невозможно сказать, что что-то временно существует в Господе. He is eternal. Он вечен. So the form of the Lord is eternal. И поэтому форма Господа, она также вечна. And the energy of the Lord is subordinate to the Lord. И энергия Господа, она подчиняется Господу. Shakti is always subordinate to the Shaktiman. Шакти, она всегда находится в подчиненном положении по отношению к Шактиману. If I take this glass of water, если я возьму этот стакан воды, I drink the water, выпью эту воду, I throw it up in the air, и подброшу стакан в воздух, and I catch it back, и подхвачу его обратно, in my hands, своей рукой. I'm sure nobody in this room will say, я уверен, что никто в этой комнате не скажет, о, Ачинтья Чайтанья Прабху, Прабху's energy did something. Что энергия Ачинтья Чайтанья Прабху, она что-то сделала. You're going to say, oh, Ачинтья Чайтанья Прабху did something interesting. Вы скажете, о, Ачинтья Чайтанья Прабху сделал что-то очень интересное. Bhagavatam speakers usually don't throw a glass and catch it. He did something interesting. Обычно люди, которые дают Бхагаватам, они не бросаются стаканами. Why? How could I do it? Но как я смог это сделать? I'm not sure if I throw the glass, whether I'll be able to catch it, so I won't throw it. Конечно, я не уверен, что я поймаю стакан, если я его брошу, поэтому я не буду вам показывать. But if I catch it, но если я поймаю его, you will. It is me who is throwing the glass using my energy. Это я, тот, который подбросил стакан, используя свою энергию. And me who is catching the glass with my energy. И это я, тот, который поймал стакан, используя свою энергию. This is God. И вот это Бог. He is the energetic. Он наполнен этой энергией. And energy is always subordinate to the energy. Energy is always subordinate to the energetic. И вот эта энергия, она всегда подчинена источнику энергии. Therefore Krishna says, Aham Brahmanohi Pratishtaham. Именно поэтому Кришна говорит, the Brahman comes from me. Брахман, он исходит из меня. And the moment you say God is a person, и в тот момент, когда вы говорите, что what Бог is the characteristic это личность, of a person? Какова характеристика личности? The person has a name, у личности есть people имя, people have names, identity, likes, dislikes, all these things, friends, family, all these things. У людей есть отождествление, есть имена, есть друзья, разные вещи. So God also has name, form, likings, likes, dislikes, all these things. И у Бога также есть и форма, и имя, и то, что ему нравится, и что ему не нравится. Why does Krishna wear a peacock feather? Почему Кришна носит перо павлина? Because he likes it. That's all. Просто потому, что ему нравится. Why he cannot wear some colored feathers, you know? Почему, например, он не носит какие-то другие цветные перышки? Of course, peacock feather is colored.
Конечно, в перья павлина уже много цветов. But some birds have feathers which are very much, lot of more intricate colors. Но, например, у других птиц могут быть еще более интересные цветные перья. That may appear better in our eyes. И, например, нам может показаться, что это лучше. But Krishna is a person. Но Кришна — это личность. He likes a peacock feather. Ему нравится перо павлина. So why does Krishna wear a peacock feather? И почему тогда он носит перо павлина? Because he likes it. Просто потому, что ему нравится. Why does he like it? А почему ему это нравится? Because he's a person. Потому что он личность. That's it. That is the nature of people. И такова природа людей. So this is the real understanding of God. И вот это истинное понимание Бога. So Krishna has his likes and dislikes. Кришне есть то, что ему нравится, и что не нравится. A devotee means. И что значит преданный? One who acts according to his likings. Тот, кто действует в соответствии с тем, что Господу нравится. In a favorable manner. В благоприятном образом. Unmotivated manner. И это не мотивировано. Uninterrupted manner. И ничем не прерывается, и никогда не прерывается. And unless you we do that. И до тех пор, пока мы не будем выполнять это. It is very, very, very difficult to get out of this prison suit. Будет очень-очень-очень сложно выбраться вот из этой формы... Okay. Prison suit, prison dress. Как? Да, выбраться из тюрьмы. So I think I'll stop there if there are any comments or questions. Hare Krishna, спасибо большое за эту бескомпромиссную лекцию. Мне очень понравилось. Сейчас очень бурно в русскоязычном интернете обсуждается... харинамы, то есть как правильно должны выглядеть харинамы, как вы считаете, как они должны выглядеть, или, может быть, вы знаете, как видел это Шрила Прабхупада, то есть положение матаджи на харинаме, где матаджи должны стоять, спереди, середине, сзади, как они должны выглядеть, как вообще должны выглядеть харинама, какие танцы должны как бы использоваться. Thank you very much for your wonderful class. And now on the internet, a lot of talking about the harinam. How the harinam, you know, how we should proceed, what we should sing, how, you know, we should dress, how we should dance, where should be Mataji, should be in front, or should be behind, you know. Maybe you know the system or what, how the Prabhupada talk about it. You've asked a very difficult question. На самом деле, это очень сложный вопрос. So in different places they do harinams in different ways. В разных местах они проводят их по-разному. The first of all, the concept of judging a harinam. Сама по себе идея обсуждения харинама. That itself is a problem. Это уже сама по себе проблема. Some people think that if we go in saffron robe or with dhoti kurta with shaved head. Некоторые люди говорят, если мы отправимся, например, в оранжевых одеждах с побритой головой. People may get alienated. Людей это может отвлечь, оттолкнуть. So we are trying to judge Harinam with our material conception. Мы начинаем судить о Харинаме, используя наши материальные концепции. So Prabhupada said, I simply followed my spiritual master. Шрила Прабхупада говорил, я просто следую за своим духовным учителем. Blindly. Слепо. And I don't know what is the result, he said. И я даже не знаю, каков будет результат. So Prabhupada is physically present on this planet. Шрила Прабхупада физически присутствует на этой планете. When Harinam started. Когда начали Харинамы? Присутствовал, когда начали Харинамы. And he saw how it was done. И он видел, как это выполнялось. So if we do the same thing that was done during Prabhupada's time. Если мы будем следовать точно так же, как это следовали во времена Шрилы Прабхупады. Without judging. Не пытаясь осуждать. Oh, times have changed, people may get offended, nothing. Не то, что время поменялось, людей это может оскорблить. If we do that same thing over and over and over and over again, we'll definitely be successful. Если мы будем следовать тому же самому снова, снова и снова, то мы достигнем успеха. Of course, I mean, if some devotee wants to come apart from the standard dress, if somebody wants to come with a regular dress with tilak and kanti mala, that's fine. Конечно, если кто-то хочет прийти в обычной одежде и нося тилаку и кантималы. But the point remains that whatever was done during Prabhupada's time worked. Но идея в том, что то, что работало во времена Шрилы Прабхупады, это работало, это сработало. And will continue to work. И это продолжит работать. Because the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. Поскольку воспевание Хари Кришна Махамантры. Is not ordinary sound vibration. Это не какая-то обычная звуковая вибрация. It attracts the soul. Это привлекает саму душу.
Like it is like this. Like let's say we like music. Например, предположим, нам нравится музыка. Let's say we like a certain kind of music. Нам нравится какая-то определенная музыка. Let's say Western instrumental music. Например, инструментальная музыка. You may be rushing to work. И даже если мы, например, бежим на работу. So when you cross some area. Когда вы проходите в каком-то месте. If there's Western instrumental music. Если в это время там играет инструментальная музыка. You feel dragged to, your attention will be dragged to it. Even if you're going very, even if you're very busy. Даже если вы очень заняты и опаздываете, ваше внимание все равно будет привлечено. Because of our attachment to that music. Поскольку существует привязанность к этому типу музыки. So Krishna consciousness is the urge of the soul. На самом деле сознание Кришны это необходимость души. All that one has to be is sincere. Все это должно быть очень искренне. So whether the people chanting have dhoti kurta or not. И неважно люди, которые воспевают, одеты на них dhoti или kurta. If they're chanting sincerely, если они воспевают искренне, you will immediately feel attracted. Вас сразу же это привлечет. Even though you may not have heard anything about the Hare Krishna mantra. Даже если вы до этого никогда не слышали эту Hare Krishna Махамантру. So it is not correct to say that oh, if you wear dhoti kurta, people will not be attracted. Doesn't make sense. То есть это неправильно говорить, что если, например, у вас нет курты и доти, то людей это не привлечет. Because it is an urge of the soul. Поскольку это необходимость души. And the soul will that. The moment that urge has, what do you call that? Suppose we have an urge, we want to eat. Okay? Например, у нас есть какая-то необходимость, мы хотим есть. And there's food in front of us. И есть еда перед нами. We get naturally drawn to that food. Естественно, мы привлечемся этой едой. So Харинам is the urge of the soul. И вот это Харинама это необходимость души. So all that you have to be is sincere. That's it. Единственное, что необходимо, это быть искренними. You'll get naturally drawn to it. И естественно, вы привлечетесь. And even if you are not sincere. И даже если вы не искренне, the sound vibration will enter into your ear. Звуковая вибрация войдет в уши. And attempt to drag you. И она привлечет вас. It is the sound vibration which is actually causing the effect. На самом деле это звуковая вибрация, это то, что приносит эффект. Спасибо. Больше всего вопросов возникло именно по положению матаджи в Харинаме. Где матаджи должны быть? Впереди должны идти или в середине, или сзади? Okay, the technical question. Where the Mataji should be? In the front okay. Or? Well, there are different ideas about it. But my answer remains very simple. То есть могут существовать разные идеи, но мой ответ очень прост. One, we can always do what Prabhupada wanted. Мы всегда должны делать то, что хотел Шрила Прабхупада. Let's say we are doing some modification. Например, возможно, мы что-то модифицируем. But the people who are doing it. Но люди, которые делают это. They should be very sincere. Они должны быть очень искренни. That they are trying to attract people through Harinam. Они пытаются привлечь людей через Харинама. Not that they're trying to attract people by Harinam and by dressing nicely and by dancing nicely. Это не так, что они пытаются привлечь их к Харинаме, одеваясь хорошо и танцуя красиво. It is the consciousness of the chanters which attracts the people. На самом деле, сознание тех, кто воспевает, привлекает людей. It is not the material externals. Это не какое-то внешнее материальное проявление. Of course, we have to have a minimum standard. We should dress properly and nicely. That's there. Ну, конечно, должен существовать какой-то минимальный стандарт. Мы должны быть хорошо одеты. But if we think that okay, if we dance nicely, if we dress attractively, then people will be attracted along with Harinam. Но мы не должны думать так, что если мы хорошо одеты, танцуем красиво, то значит люди привлекутся. Then we haven't understood what is Harinam. То это значит, что мы даже не понимаем, что значит Харинам. Because Krishna's name is absolute. Мы должны понимать, что имя Кришна, оно абсолютно. It is completely independent of material arrangement. Оно полностью независимо от какой-либо материальной организации. So we can do things nicely, okay, we can dress nicely, dance nicely, all that is there. Конечно, мы можем хорошо одеваться, танцевать красиво. But if we think this will also attract people along with this, Harinam. If we think that this is also going to attract people. Но если мы начинаем думать, что это тоже привлечет людей. It is important to use this to attract people. Это не важно для того, чтобы привлечь людей. No, there is a mistake in that. То тогда в этом ошибка. We are only trying to do our things sincerely. Мы просто должны пытаться следовать и выполнять наши вещи очень искренне. In a manner, в хорошей манере. That, that is going to produce the transformation of the jiva. И это как раз это то, что произойдет изменение в живом существе. So if we are dressing nicely and dancing nicely, если мы хорошо танцуем и одеваемся,
It is for the pleasure of Krishna. Это должно выполняться для удовлетворения Кришны. So that when we dress nicely and dance nicely for Krishna's pleasure. И когда мы одеваемся хорошо и танцуем хорошо для удовлетворения Кришны. And chant for Krishna's pleasure. И также воспеваем для удовлетворения Кришны. When everything is done for Krishna's pleasure. Когда все выполняется для удовлетворения Кришны. Then it will attract people. Именно это привлечет людей. We have no potency. У нас у самих нет потенции. To attract somebody to Krishna consciousness. Привлечь кого-то к сознанию Кришны. By doing something material. Делая, выполняя что-то материальное. That consciousness itself is very seriously wrong. Это само по себе сознание, оно серьезно неправильно. Whatever we do nicely. Все, что мы выполняем правильным образом. We are trying to attract. We are trying to do it to please Krishna. Мы делаем это для того, чтобы удовлетворить Кришну. If it is done with that consciousness. Если это выполняется в этом сознании. Then it is fine. Тогда это хорошо. Есть просто принцип, чтобы женщина была под защитой. Может ли этот принцип быть применим на харинаме? Или все-таки на харинаме как бы все способы хороши, лишь бы привлечь людей? Okay, do we have one rule that woman always should be protected? Should we use it on the harinam or any finis? You know? Well, see, if you ask me a practical question. Если вы задаете мне практический вопрос. I don't see a problem whether women are in the front or the back. Сам лично я не вижу никакой проблемы, где бы женщины находились, спереди или сзади. Because if they are bodily conscious, если они находятся в сознании тела, the people attracted bodily consciousness. Люди будут привлекаться к сознанию тела. But if they are absorbed in spiritual consciousness with the pleasure of Krishna, но если они погружены в духовное сознание для удовлетворения Кришны, then people also will be attracted to the Харинам. Люди будут привлекаться к Харинаме. So I think that's really a detail. Я считаю, что это просто детали. Whether they're in the front or the back. Сзади они или спереди. The real thing is that they should genuinely 100% do it for the pleasure of Krishna. Но самое важное, что они должны на 100% выполнять все это для удовлетворения Кришны. Hare Krishna Prabhuji. Please, thank you for the wonderful class. I like the point where you said that we have to have faith in the holy name, the Krishna consciousness thing, rather than material fallacies. We all know about the famous Pandal program that Prabhupada did in Delhi, Connaught Place, where he said the direct philosophy for 10 days. So we never see such a program after that. Yeah, after that. So is it because of the lack of faith in direct Krishna consciousness, or is it time, place, circumstance? I'll repeat the question. He said that in Prabhupada did a program in Delhi Pandal for 10 days. Шрила Прабхупада проводил программу в Дели в течение 10 дней в Пандале. That 10 days he spoke direct philosophy. И в течение этих 10 дней он говорил философию, исключительно философию. We don't hear that anymore. Сейчас мы этого уже не видим. Is that due to lack of faith? Это потому, что у нас недостаточно веры. Or is it due to? Is it due to time, place, circumstance? Или это просто произошло под влиянием времени, под влиянием обстоятельств? Interesting question. Очень интересный вопрос. It's not true that it does not happen anymore. Это не так, что этого не происходит сейчас. If you go to the whole of Bengal and Bangladesh. Если вы будете путешествовать по Бенгалии и Бангладешу. They speak only directly, nothing else other than direct. Они говорят только конкретно философию. That's quite a large population, actually. На самом деле это много происходит. Now, what about other places? А, например, как в других местах? Krishna consciousness produces Krishna consciousness. Сознание Кришны порождает сознание Кришны. If you do anything else, если вы делаете что-либо еще, it produces Krishna consciousness and something else. Это приносит сознание Кришны и что-то еще. It may produce some Krishna consciousness, no doubt. Конечно, сознание Кришны будет появляться, нет сомнений. But it also produces something else. Но также будет появляться что-то еще. So it depends on what you want to produce. Это все зависит от того, что вы хотите произвести. If you want to produce only Krishna consciousness, если вы хотите, чтобы было только сознание Кришны, you should preach only Krishna consciousness. Вы должны проповедовать исключительно сознание Кришны. You're okay? Time, place, circumstances. Время, место, обстоятельства. Okay, let's say we go into a Muslim country. Например, предположим, мы отправились в мусульманскую страну. Obviously, you cannot preach direct Krishna consciousness. Очевидно, вы не сможете прямо проповедовать сознание Кришны. So unless there is a threat of life, до того момента, пока не существует опасности для жизни, it is illegal. Это незаконно. Only in those circumstances you are permitted to do some other thing. Только в этих ситуациях вам позволяется проповедовать это как-то по-другому. Even there, Prabhupada gave an example. Но даже в этом время Шрила Прабхупада приводил пример. Now some countries are open to yoga.
Например, в некоторых странах они довольно-таки открыты к йоге. So you can have a yoga program. Вы можете провести программу йоги. And Prabhupada said, make them concentrate on the tip of the nose. Заставьте их, Прабхупада говорил, попросите их сконцентрироваться на кончике своего носа. And make them focus on the tip of the nose. Пусть они сфокусируются на кончике своего носа. And make them chant Hare Krishna for 1 hour. И пусть они воспевают Харе Кришну в течение 1 часа. He said this for Vrindavan. И он сказал это во Вриндаване. When people are interested in yoga, can want to come. Когда хотели прийти люди, которые были склонны к йоге. Prabhupada said, yes, those are interested in yoga, no, we'll teach them. If they're not interested in listening to us directly, we'll teach them. Let them sit. Let them focus on the tip of the nose and chant Hare Krishna. Шрила Прабхупада сказал, хорошо, если они хотят слушать философию, но они заинтересованы в йоге, хорошо, посадите их, скажите сконцентрироваться на кончике носа. So maybe some Muslim countries will think this is a mantra to meditate. Возможно, в некоторых мусульманских странах они начнут думать, что это мантра, чтобы медитировать. I don't know, I've not done it. So I'm just saying that there are ways, various ways of doing it. Я не говорю, что вот это конкретный способ, но я говорю, что есть разнообразные способы. But when there is no threat to life, но когда не существует опасности для when жизни, it is not illegal, когда это не незаконно, there is no reason not to speak direct Krishna consciousness. Нет никакой причины, чтобы не говорить прямое сознание Кришны. Okay, sometimes, let's say a corporate place. Например, конечно, иногда в каком-то корпоративном месте. They may have some restrictions. У них, возможно, существуют какие-либо ограничения. So what you can do? И что вы можете делать? You can speak not direct Krishna consciousness. Вы можете говорить не прямое сознание Кришны. And at the end of the talk, or beginning, middle, and end of the talk. Let me say, why end of the talk? Beginning, middle, of the end of the talk. Или где-нибудь в начале, в середине или в конце беседы. You can say to understand what I'm speaking better. Вы можете сказать, чтобы для того, чтобы понять, о чем я говорю вам. Read this book. Прочитайте вот эти книги. So like that you can keep on saying the same thing over and over in the lecture, although you're not talking anything about Krishna consciousness. И таким образом вы можете повторять то же самое в течение лекции о сознании Кришны, хотя казалось бы прямо вы не будете говорить. And if they are impressed with you. И если вы произвели на них впечатление. You can say really if you want to know what I'm talking and what I'm doing, read this book. И вы можете сказать им, если действительно хотите понять, что я делаю, о чем я говорю, прочитайте вот эти книги. So give them a Prabhupada book. И дайте им книги Прабхупады. So you're going there to distribute books, not to talk, actually. И фактически это получится в распространении книг, а не в какую-то лекцию. Of course, if somebody benefits from that talk, somebody sincere will still benefit because you're trying to do it sincerely, right? Но, конечно, тот, кто искренний, он все равно получит благо из этой беседы. I mean, you're not going with the motive of speaking indirectly. Но у вас нет такой мотивации, что вы начинаете, пытаетесь говорить косвенно. You are not making the judgment, I need to speak to them indirectly. Вы не начинаете различать, я не должен говорить им прямо. You don't have a choice. У вас просто нет выбора. That's why you're doing it. Именно поэтому вы это делаете. So whenever you have a choice, но когда у вас возникает такая возможность, you should not judge the audience and speak indirectly. Вы не должны начинать обсуждать аудиенцию и говорить им косвенно. That is the point. Вот это то, о чем я хочу сказать. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaura Premanande.